Всем привет, продолжаем проходить Вальхейм. Находимся также в туманных землях. Мы там, кажется, надолго. Летели. Нам нужно собрать еще... Сколько? 9 кусков печати, да, всего надо. Значит, нам нужно еще 6 собрать, минимум. Вот. Ну и переплавить кучу Эйтра. Сделать себе броню. Ну и пробовать, что значит тут магия. Как она работает вообще. Я тут немножко доработал. Стенку обложил этим. Как он называется? Короче, потихоньку этот могучий аппарат потихоньку постреливает в стену. Я поэтому черным мрамором здесь стенку обложил. Так, Эйтра у нас 3 стака по 30. Нам нужно, кстати, еще мягкой ткани. Вот. И для брони улучшение. Сейчас я посмотрю, что там нужно-то вообще. Сейчас сначала броню, наверное. Потом насчет магии запаримся. Бери себе на плащ. Ты будешь плащ этот с перьями крафтить? Ну, не знаю. Если есть ресурсы, могу. Есть ресурсы? Бери. Сейчас я тебе скажу, что там вообще надо-то для него. Я себе скрафтил, значит, панцирный нагрудник, поножи и шлем, но у меня не все первого уровня. Это надо улучшать. Что для этого нужно? Короче, нам нужно много панциря. Кроличья броня, точнее, кроличий нагрудник, эти, как его? Чешуйчатая шкура от королей, которая падает, она есть. Вот. Плащ, а где плащ у нас крафтится? Ищу. Наверное, в магическом. Может быть. Да. Я так понял, улучшается, да, он там же? Да-да-да. Штука прикольная и довольно-таки полезная. Так, создание, вот, улучшение. Перья, чешуя, эйтер. Ну давай, делай плащ. Сейчас посмотрим, что у нас по панцирям. Надо по-любому тусить в этом биоме. Еще долго и упорно. Пойду я тут. Схватил что-то. Ресурсы. Так, 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 это пока не нужно. Панцирь, вот, эйтер мы с собой возьмем. Вот так, что чек 15. Где-то. А, и шкура кроликов. Кролики это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого сала. Давай, попробуем улучшить. А, нагрудник. Подожди, а чё? Вот. Панцирный нагрудник. Ну, давай. Надо 3-й уровень. Что для этого нужно? Для этой кузни? У нее же это получается не максимальный уровень. Нам можно что-то еще построить. А, вот оно и есть. А, нет, подожди. Это есть. Черная кузница, улучшение. Стол гальдров. А как эту кузницу-то улучшить? Что-то я не понял.
Черную кузницу? Да. Сейчас скажу. Как броню-то прокачать? А, после пойдем сюда. Надо к обычной кузнице подойти. Нет, надо вот тут. У тебя новый ресурс появился. И чего? Создание, улучшение. А, надо пружину создать? Да, да. У тебя она есть? Не, нет. Спойлер, тебе понадобится две пружины. Можно сразу взять ресурсов на две штучки. Ну давай железо возьмем. Я так. Это зайду в свой мир, переложу броню, переложу этот, как его. Ну, хочешь здесь бросить? Да не, я там тоже. Ну смотри. Я быстро. Так, давай. Пружина. Еще свою броню возьму. Создать, да? А у тебя уже есть такая, да, броня? Иски, ну, баллиста. Как они называются? Пластины-то эти. Ну такая же, как у тебя. Угу. Ну я создал две пружины. И чего? Все, там смотрю. Черной кузни? Ну, апнут. Ап для черной кузни. Тиски вроде называются. Да-да-да, тиски. Так. 5 железа, 8 меди, 2 пружины. Пять железа, 8 меди. 2 пружины. Угу. Да ладно, у меня все равно перегруз. А почему? Наверное, вот это много весит. Ну да. Ладно. Доползем как-нибудь. Я так понял, броню эту максимально можно до 3-го уровня улучшить. Ну, наверное. Так, ремесло. Вот. Иски. Черная кузница, улучшение. А почему до этого его в списке не было? Потому что пружину не сделал. Пружина, да, да. Логично. Давай, да. Так, присобачу. Так, окей. Улучшение. Панцирный нагрудник. 3-й уровень. Можно до 4-го. А что тогда надо для 4-го уровня? Ну, я вот сколь играю, до 4-го уровня я не поднял темную кузницу. Значит, надо что-то сделать. Тут я есть... знаю то, что на копилках еще будет какой-то контент. Не в обновлении, а в смысле он прямо сейчас там есть. Стол там этого картографа пощупай. А мы точно все сделали, что можно сделать? Может быть, что-то не сделано? Вот такой вот щит у тебя есть? Баклер? Нет. Ага. Туманный меч сделал? Не, я пока вот с зеленым, я пока вот чисто сделал перьевую эту, перьевой плащ и вот с броней пока. И посадил много-много грибов, короче. Грибов йодунов? Ну да. Так, улучшили панцирный шлем. А как узнать, интересно, как прокачать полинету? Может, загугли? Как прокачать черную кузницу? У тебя есть свободная? Ну, возможно, сейчас загугли. Да, есть. Сейчас комара убил.
Ладно, я думал, мне десятки яйтра хватит. Так, вроде все. Улучшение. Панцирный шлем, вот. Нагрудник. Охладитель и тиски на данный момент это максимальный уровень кузницы. То есть то, что у нас сейчас есть, это максимум. А чё они тогда пишут то, что у тебя, блин, кузница мигает? Необходимо, говорит. Короче, мигающую цифру поставили, а ну, может, прикол это, какой-нибудь будет еще. Ну, логично, да. Ребята, ведь это все еще в раннем доступе. Так, ну давай посмотрим теперь улучшение накидки из перьев. А что она дает-то вообще? И надо что-то думать. Стол гальдров, вот это вот дело. Так, стол гальдров есть. Теперь стол гальдров улучшение. Мрамора 10 и Игдрасиль. Игдрасиль у нас был, вроде, должно хватить. Игдрасиль. 10 все. Ну давай чуть прокачаем немножко этот стол гальдров. Я что-нибудь поулучшаем по максималке, а потом уже пойдем опять в туманки, там будем ковыряться и фармить ресурсы. Ремесло. Вот это. Эйтер, черный мрамор. А мрамора, да, нету, как обычно. Че, еды сделать какой-нибудь крутой? Да, давай. Черный мрамор. Попробую сразу сделаем. О, и мрамор есть. Бля, мне теперь эйтра не хватает. Куда он делся? В принципе, эйтра пока впрок, так что. Ну, как говорится, эйтра много не бывает. Да я печально опять хожу. Закручинился. Думаю. Серьезно. А грибы йодунов-то у нас есть? Да, их много. Их надо это, наверное, подождать, пока они вырастут. Блин, без них не получится сделать. Там, короче, целое поле грибов этих. Сейчас я тебе покажу, где что. Вот, падла, еще мрамор нужен. А что думаешь, они еще не выросли, да? Думаю, нет. Ладно, когда сломают стенку, то так. Как говорится, когда убьют, тогда и приходите. Так. Ну, все вроде. Пойдем стол гальдеров прокачаем. Омлет с грибами. Офигеть, еще лучше еда есть, чем салат. Которая выносливость дает. 85 выносливости. Так. Давай с ремеслом. Вот он. Стол гальдеров. Поближе. Так. Теперь вот это. Незатухающие свечи. А оно нужно вообще? Да, нужно. Трофей, скелет. 3 штуки. Это обычный скелет, интересно, или нет? Мало нужно. Ну-ка, я их, надеюсь, не сжег, чертят-то собачьи. Да, слушай, есть такие трофеи. Причем обычный скелет. Да-да. А что еще нужно? Смола. Мало.
сейчас сделаю. Как-то замечательно, когда все ресурсы под рукой. Чик-чик, намутил там, что-то сделал. Так. Все есть. Затухающие свечи, а тут фонтан светлячков. Ну, это готово уже. Так вот. Пример. Ок. Стол гальдеров, третий уровень. Хорошее что. Улучшение. Вот накидка из перьев. Это есть с собой. Перья теперь нужны. Там мы панцирь выкладываем. Чтобы не запутаться в ресурсах. Гидросиль, по-моему, выкладываю. Тут деревяшки делают. О, перья нужны. Так, накидка. Погнали. Оп. Вот так. Ну и все. Максималка. Тоже мигает то, что нужен четвертый уровень стола гальдеров. Но опять же, все. Говорится, ниже ягодиц не сядешь. А ты сет сделал это для Эйтра? Для мага? Ага. Нет. Пока не делал. А в принципе, какая разница во что ты напялен-то? Все равно магия-то будет работать. Ну, будет, но просто с сетом мага восстанавливаться будет гораздо быстрее. Угу. А насколько, интересно, быстрее? Ну, пока, а сейчас что? я разберу тут по трофеям, чё как. По всяким этим, то, что я сейчас тут нахватал весь инвентарь. Сейчас я бам-бам-бам посмотрю. 100% сет дает реген быстрее. Но у него, естественно, и защита хуже, потому что ты в тряпках, да, бегаешь. Ну, так всегда было. Маги всегда в тряпках ходят. Все уязвимые такие. Тут надо просто попробовать вот эту магию, как она вообще работает, понравится, не понравится, буду ли я ей пользоваться. А если что, то можно сделать себе просто меч. И все. Вот это что у нас? Мясной ассорти, да? Оно выносливость дает. Выносливость 70, а тут... Нет. Не выносливость. А, здоровье 86. 75, ага. 80. Но мы тогда вот на пирог меняем. На пирог меняем. Будет норм. Пироги тогда выкладываю. Пригодятся. Так, ну. Вроде так-то все. Броня улучшена по максималке у тебя тоже, да? Не, у меня второго уровня. Улучшай, ресурсы вроде есть. О, дорого. Довольно таки. Да и ладно. Нам как бы вот этот переплавленный этап, я вот не знаю, нужен ли будет потом вообще. Он для магии, не? Что? Эйтер этот для мага нужен, да? Да. Надо посмотреть вообще, как посох сейчас делается. Панцирь сейчас весь кончится. Если я улучшу. Ну ладно. Ну выдобуем. Ну да, и чё, жуков нарубим, чё. Пилов-то. Он нет-нет, да падает. Снег. Я пока, короче, не буду одежду мага делать, наверное. Ну. А там, когда ты, кстати... Вообще можно. ...пытаться посохами,
у тебя тоже своя ветка в качке появится. Ну, будет посох качаться, правильно? Ага. А, давай просто попробуем как-то. Короче, нужно дерево. Нужен Игдрасиль. 20 штук. А все остальное будет. Посох льда. Интересно, у нас есть морозная железа? Может, в стрелах? Помню, ну да, скорее всего. Нет, это драконья слеза. А вон сундук, морозная железа. Жуть. А, вот точно. Да, морозная железа есть. Короче, в принципе, надо только дерево нарубить, и можно сделать посохи. Пойдем заодно покажу, что у нас там по грибам. Да. Бодрость у тебя есть? Да. Так, здесь метка 0.1 и огород. Вот, короче говоря, пойдем в 0.1 для начала. О, картографа пощупал, да? Ага. Вот. Тут, короче, в сундуке есть еще два железа и два двергов молокососа. Вот. Ну, видишь, корень этот, в принципе, вон, почти. Он тоже уже стоит. Да, он тоже уже под это. Сколько тут синих грибов. Да-да. А желтенький. А желтенькие в другом, короче говоря, в портале. Вот этих грибов просто тьма, я тут насадил. Я то, что было, выкопал и рассадил их, короче говоря. Ну, правда, как попало, потому что тут особо не разгуляешься. Но если это все собрать, то тут еще двойной лут получается. Ну-ка, у этого чудика башка есть? А мы ее копали? А, да, мы ее добыли, вон она вся вырыта. Так, вот это грибы, короче говоря. Ну-ка, тут и эйтер. Одна всего. Тоже одна. Не густо. Будем ждать пока. Со временем наберется. Но я не знаю, нам просто живиться пока оно особо-то не нужно. Одеяние есть, а как бы эйтер уже... Там переплавляется, там его еще плавить много можно. Вот. Нам только, по идее, сейчас Игдрасиля нарубить. Сделать посох. Там посмотрим. Допустим, попробую посох огня. Как он себя чувствует. А тебе, кстати, еду надо для мага. Ну да. Ну это она из грибов уже делается. Ага. А здесь портал, но этот, тут бывает опасно. О, а тут желтый, короче, плантация желтых грибов. Выросли почти все, может, заберем? Да, я не знаю, нужны они. Надо что-то посадить тогда тоже. Так они вон тут, смотри, некоторые не растут из-за того, что слишком близко. Да, не растут. Дадим, так сказать, молодежи возможность. Отойди. А то они сейчас здесь все потерят. Вот тебе и панцирь. Ну давай что-то пособираем. Это потом посадим, я не знаю. Нужно, нет? Нужно ли нам столько грибов в таком количестве? Вот тоже вопрос. А, я уже... Охренеть. Вот-вот. Я когда их все собрал, короче, у меня был перегруз. Я еще даже не этот, я там еще высадил как бы. У меня 29 штук. 5 стаков. Охренеть.
кажется, нужен отдельный сундук под них. Все, я половый. Вот тут вот подбери, несколько штучек не уместилось. Ну и пускай тогда вот эти чё растут. Потом их еще высадить. Но, ну тут их все равно еще много. Тут еще, наверное, сундука 2, наверное, будет больше. Ну, у меня с собой почти 4 стака. Погнали, короче. А у меня, по-моему, 7 разов. 3-4. 7 стаков. Может, еще один сундук поставим повыше, чем те, которые стоят? Да, да. Грибов много, потому что и с ними надо что-то делать. Ну, как бы, вот, вот тебе, как говорится, и еда насчет мага. Да? А? Яиц? Вот там, да, яиц. Там из яиц вот с этими грибами очень классно это. Блин, да? Слушай, ну мы вообще, в принципе, производство этих курей-петухов немного остановили. Мы потушили костер, короче, вчера. А, курей похлопали. Они потому что очень интенсивно жрут и семена. Плодятся не хотят. Вот, получается, что надо их порезать, короче говоря, куриц-то этих. Оставить двух. И пусть яйца хлопают. Типа того. Ну да. Тогда что? Делай тогда ящик, а я с курицами пойду что-нибудь придумаю. Угу. Можешь, в принципе, наверное, яйца собрать, не? А там то-то и оно, то, что там яиц почти нету. Там все курицы ходят. Надо двух оставить. А то мы так далеко не уйдем. Так, панцирь, ты кстати, все прокачал себе? Да. Все, да, по максималке. Одежда тебе не нужна. Да-да. Крольчатина у нас вагон, кстати. И мясо искателя тоже. Я не знаю, я уже, короче, его просто выкидываю. Я не знаю, куда его девать в таком количестве. Я так понял, что его никто не жрет все равно. Почему? Вот ты, я тебе скинул еду из мяса искать. Что-то мы сходили, а дерево так и не нарубали. Там нарубим. Что это такое? Перья? Ха. Машина Эйтра убила, короче, птиц. Птицу завалила. Или двух. Я не знаю. Но ей досталось. У нас заканчивается мягкая ткань. Но Эйтра я не знаю, куда еще столько плавить. Там на броню для мага понадобится много. Так, а я вот не знаю, просто буду ли я вообще пользоваться магией. Вот что вопрос. Надо просто сделать посох, посмотри. Надо сделать посох, посмотреть. С братом играл, он выбрал магию льда. Это, короче, типа, нажимаешь кнопку, и он как пулемет, ту-ду-ду-ду-ду-ду, пока вся мана не попадется. Он не совсем в центр попадает, он немножечко разброс в разные стороны. Надо посмотреть, как работает. Так. Чё, я куриц хотел пойти крошить. Надо истреблять животных. Где мой мясницкий нож? Ну и пойдем сейчас тогда за этим, за деревом. Игдрасиля наберем и будем что-то думать. С посохами. Да и дальше что надо искать? Печать делать. Да, печать делать.
из чего-то. Чик. Чик. Чтобы курицы плодились, надо же достаточно двух оставить, да? Неважно, курица или петух, это же не важно. Они тут все курицы. Наверное, не важно. Как лиса в курятнике, истребляя их просто. Подсыпа. А, у меня 300, как, ой, 200 как курятины осталось. О, собралось. Кровавая бойня. Куриная бойня просто. Все правда. Все хорошо. Троих? Давай троих оставим. Все, и надо им сейчас семян скинуть. Пусть трекают. А то они, когда их слишком много, они, короче, берут все семена, съедают. И максимально, когда их уже не влезает, то все, до свидания. А, ну типа они это, ни хрена не дают. Ну да, они просто носятся и только жрут. Больше не плодятся положенного. Превышают. Угу. Вот перьев теперь тоже много. Даже птиц можно и не убивать больше никогда. Да, у нас 3 печати из 9. Еще 6 штук. Минимум. Ага. Так, семена. Семена. Пойдем курей кормить. Ну так, соточку. Раз. А к старой-то базе есть проход? Там же вроде что-то должно расти. В первой базе проход-то есть, но там уже ничего нету. Так, надо было хоть, не знаю, морковь, репу посадить. Морковь вот нужна. И еще, наверное, лук. Зачем? Вот он там в некоторых блюдах нужен. А здесь нельзя его посадить? А я не знаю, он будет расти, нет? Ну, давай попробовать. Давай попробуем. Да. Тут вроде все растет. Но не факт. Репы нету, только морковь и лук. Так хватит, блядь, меня курица толкает. На сбор семян. Сыпа. Ну слушай, вроде растет. По крайней мере, не пишет то, что типа с ним там что-то плохо. Ну, значит, подождем. Давай посмотрю тогда. Штучек по 30, наверное, того и того. Ну да, не думаю то, что нам нужен какой-то лютый огород. Вот, у нас, короче, сейчас 3 курицы, и пусть они тут плодятся, хотя без петуха я не знаю, как они будут это делать, но ладно. И огонь потушен, получается... Яйцам будет холодно, и они не смогут вылупляться. Такая жизненная тенденция. Посох огня. Игдрасиль нужен из всего этого. Пойду я по туманкам чуть побегаю. Или вместе пойдем? Вместе. Че, быстро? Ну давай.
Так, нужно это какого? Как оно? По-моему, там нужен уголь на табличку-то. Уголь и древесина. Все в одном ящике. Че, у нас будет оба ящика верхних под грибы, да? Ну не знаю, там вроде все в один влезло. Так еще синие грибы есть. Во, да, а левый можно на синие. Тогда. Где тут? А, палочку бахну. Ну, пойдет. Тоже пойдет. Знак. Все, я готов. Сейчас. Отдельный ящик под грибы. Подожди, а у нас же еще тут, а тут мед и грибы, короче. Но тут грибы такие, которые мы уже не жрем 10 тысяч лет. Да, те, наверное, еще не пригодятся. Вообще, по идее, если бы хорошенько все это дело разместить, растолкать по ящикам, все бы поместилось. И уже имеющиеся. Все, пойдем. Да, пойдем. Сейчас этот курятник. Вот они орут. Да, вот яйца есть потихонечку. Сейчас они тут у кошечек нам нахлопают. И все. Только потом ходи собирай. Ну, подкармливать их не забывай. Угу. Нам же сами курицы-то не нужны, да? Ну, яйца. Так, у нас получается, ну пойдем, наверное, в 0-1. Самый такой малоизведанный. Все, пойдем искать, наверное, данж, и по пути будем рубить деревья. Ну вообще да, так надо сделать. Грибы уже можно собирать, кстати, синие. Ну, можем потратить минутки три на это. Можем оставить. Давай, принципе, наверное, тут на потом. Да. Так, сейчас я гляну. У нас получается вот в эту сторону как-то вот мы мало ушли. Вот, видишь по карте? Да. Давай как-то так. Давай, погнали. Кстати, часто проблема с этим Игдрасилем, надо бы побольше. Там передышка. Ну, благо сейчас есть плащ и уже не страшно падать. Урона не будет почти что. Mm. В гель, что ли, летает? Ай. Как убого, конечно, перемещаться по этой хрени все. Да гель, ты куда? Да, да, да. О, он этих атакует. Вон, вон он, я на него смотрю. Кого он тут лупит? Это же наш биом. Ну, в смысле... Сейчас он, короче, нам тут расколотит этот, как его. Ёлки-палки. Он сейчас нам портал расколотит. Так что надо выживать. Портал. Thank you.
Я не знаю, но он тут часто появляется. Сейчас помогу. Да, вроде справляюсь. Все. Готов. Повезло, повезло, он нам не сломал ничего. Но он тут весь этот палисадник раздолбил зато. Печалька. Так, ладно, нам примерно вот в эту сторону. Починил портал, наполовину сломан. Значит, он попал все-таки. Слушай, а мы вот эти ветки можем срубить? Все ветки можем срубить. Угу. Ну давай, я что-то не вижу просто, где тут адекватно этот Игдрасилище можно добыть. Ну прям. Так, деревьями. Где? Ага, и все где-то, упало. Где-то упало. Она упала вниз, стопудово все. А, или что это? О, подожди, может быть не упадет. А, вон оно, смотри, в текстурах. Ага. Я с верхушки сейчас попробую его уронить. Это даже я деревья упал. Проблематично добывать. О, искатель. Ну. Из пенька у нас упала просто обычная древесина. Да вы прикалываетесь. Пошли вы в жопу с этой деревяшкой. А вон не вот это... Мне вот эта буратино интересует. О. А, так я не достану тупо. Ну, чуть-чуть. Бля, я падаю. Ёбаный ты биом, блядь. Да вообще. О, пока скатываюсь. О, зацепился где-то. Всё, я что-то там добыл. Теперь надо попробовать вниз немножко сползти. Хотя чё. Вот так. Оп. Все равно полет халявный. Так. Вот это лишнее. 16 деревяшек я добыл. Я немного вот в щели вот сюда залезу. И попробуем вот в эту сторону двигаться. Ага. Не густо с маленького... Маленьких деревьев падает, конечно, но что делать? А другие найдем. Пойдем дальше. О, слушай, вот если здесь переплыть, то мы можем много Игдрасиля нарубить. Погнали? Ага. А мы сможем там? А я тут, ну, просто по краешку прошел и все, и вот тут поляна, деревья. Кто-то ржет. Да ладно, зеленый клоун. А, тут равнины уже начались. Понял, принял. Зеленый, интересно, пойдет? Да, пойдет. Он пойдет до конца. Можно, в принципе, по периметру попробовать пройти. Где граничат два биома, до талого прям пройти, пока корабль не понадобится. Потому что я смотрю, тут растут потихонечку-то эти деревяшки. И вроде по краям тоже как бы не сильно
в гору ползать надо. Пойдем, пройдемся. Вдоль берега чисто. Ну давай. Ты там все дорубил? Да. Так, попробуем. Бля, подожди, а мы ж, получается, оттуда пришли, да? Ну, к чему? Вроде туда-то не надо. Так, у нас тут контрабанда чуть-чуть. Ну давай, вдоль берега поползаем, посмотрим, что есть. Хотя тут еще получается через вот этот пролив еще 5 туманки какие-то, кусочек. О, можно пробить. Искатели. What the fuck? Ты смотри, как ты меня отхинула. Да меня тоже тут отшвырнуло неплохо. Бля, я еще без стамины. Они меня за жопу грызут вообще. Честно, приплыло. Помогу, помогу. Бля, я и в воде, и оно сбрасывает тут же все снаряжение. Так, ну вроде они отстали, я хотя бы отдышусь. Бля, это было опасно, я чуть не отъехал. У меня, по-моему, штук 20 хп оставалось. О, есть идея. Как тебе хорошо помочь, не влезая в драку. Можешь удары поблочить? О, балдеж. А с них панцирь там что, выпало? Ну да, что я смог, то а, добавить. Собрал? Да. Или там еще что-то есть? А, ну все, там уже в воде. Тут панцирь, мясо. Да, это уже не достать. Все утонуло. Я достал. Да? А как? Подплыл сверху и просто взял на Е. А я думал, то, что там глубоко и нельзя. Ну я тоже думал. Я не знаю, я не вижу никаких данжей вообще в упор просто. Ладно. Надо как бы. Высоковато нет. Мне кажется, мы высоковато, надо ниже спуститься и это, пониже смотреть. Ну там еще гель летает. О, череп. Давай порубим. Ну давай. У тебя много вот этого свободного места? Мне кажется, мы берем. О, гель. Я сейчас вот выкину он. Многое. Ну как? Гель, нас лупит. 150 кило у меня есть. А я его не вижу, вот в чем проблема. Ага, вот увидел. Жаль, не видно, куда стрелять. Ага. Я примерно под хп, короче, полоску стреляю, там не знаю, что делать. Попадаю. Удивительно. Ну да.
Тихо. Я промазал. А, вон он делает. Ну, завали. Нормально. Бах. Все, можно долбить черепушку. Сейчас к нам заодно прибежит еще этот, как он. Другие обитатели леса. А, во. А, кстати, ты в курсе, не в курсе, как клещей от себя? Ну, Курком? Да. Значит, в курсе. У меня 100 килограмм свободно. У меня 150. Вот все то, наверное, мы заберем. Надо будет точку здесь нам поставить. О, прикол, в мозгах копошится. Не таракан. Так, стоям бы надо как-то. Лишку, бля. Бля, я только вниз зарываюсь, походу. Ой, я, получается, к тебе навстречу сейчас выдолблю дырку. Все, хана, перегруз. А, да, ну у меня тут камня лишнего много. Оп. И вот так. Короче, еще, наверное. Килограмм 50 там лет. Печально, что ты, блин, тут же выкидываешь и тут же собираешь все это дело. О, 31 камня. Чик. А что, мы типа все выдолбили? Не все еще. Нам просто не повезло в скале. Вот опять. Чуть продолбишь, опять перегруз. О, подожди. Есть дырка. Да, можно. Нет. Чё-то не то. Да, я выкидываю и тут же поднимаю все это дело. Ну, можно как их сортировать так, аккуратненько. Вон я тут выкину. Давай подберу вот. Надо как-то камень этот выносить отсюда. Уже.
Все, я докопал до дна черепа. А что, все, наверное? Ну, тут можно попробовать, конечно, подолбить вот эти по остаткам. Да я думаю, хрен бы с ним. Вон одна маленькая штучка наверху. Да, давай, короче, выбираться, я вот что думаю. Нас тут уже друзья ждут. О, тихо. Клещ там. Клещ носится. Все. А дальше вдоль берега. Вон, смотри, еще клещ. Сидит. Сидит, не шевелится. Он куда-то убежал. Вон он, передо мной. Я вот его вообще не вижу. А вот, прям в метре от меня. Не туда смотришь. Вот, передо мной на скале висит. Подожди. Дай-ка я на него фотоохоту произведу. Давай. Ну, вот как? Потому что он в текстурах. О, еще один ползет. Смотри, он даже на нас внимания не обращает. Как так? Апл увидел. О, и этот слетел. Почему я не попадаю? Я не знаю. Пиздос какой-то. Может, пинг? О, дерево. Есть у нас еще место? Вот, офигеть. А я повесил уже. Желчный мешок, я не знаю зачем. Я его тогда выкидываю. Или подобрать? Ну, я подберу. Унесу домой. Он может потом пригодится. Не означай, как обычно. Так, ну куда-то туда. Заяц. Я не знаю, слушай, зайцев в принципе уже настолько много, что их можно уже не собирать. Вроде как. Да не, зайцев-то немного. Там еще около 300. А, есть мост. Вот вижу мост. Угу. А вот там вот какие-то эти. Это, наверное, наши грибы светятся. Хотя не факт. Вот там вот, видишь, что-то светится. Это грибы. И наверху нет, грибы. А вот там вот, сейчас я туда стрелу запущу. Вот там вот мост. Можно туда? А, ну мост я видал. Да. Куда пойдем? Ну не знаю. Надо все смотреть. Оно прям, это, база-то, она может быть прям перед нами. А мы ее не видим. Угу. Это туманки. Туманом-то. Он, по идее, всегда этими, только двумя фонариками отмечается. О, вот это что такое? Кусок моста. Кусок моста. Я уже даже потерял, где мост. Я просто ничего не вижу. Впереди себя. А, бля. Это вот там. А, вот мост я нашел. Вот он. А тут прям одна только ножка и все. Вон, поднимись наверх. А, подожди, нет, мы же другую часть моста вроде видели. Мы не могли так быстро до него дойти. Да, он, скорее всего, он, скорее всего, разломан на три части. А, я не знаю, где. Я вообще ее потерял. А, есть. Я не знаю даже. Пошли туда куда-то. Как бы еще другие данжи не пришлось искать. Но мы можем, кстати, вот он еще кусок моста. Вот это, это дерево можно разбить. Вот здесь видно хорошо. По-моему, вон там впереди что-то есть. Я тебя догоню. Как бы не пришлось на следующий остров плыть, хотя по идее
Там, где королева, должны все печати быть, еще и даже, наверное, с двойной порцией. Ну, у нас же так было со всеми боссами. То, что там, где он находится, там и это. Угу. День уже 160-й. Да. Вон, слушай, мосты. Ага. А мы случайно не к королеве топаем? Да нет. Не-не-не. Вот еще Игорь Силь. Нужен, не нужен? У меня 40. У меня 33. Я сейчас лишнее дерево выкину. Давай зарубим. Я думаю, надо к мостам подойти. Посмотреть, может быть, они какого-нибудь данжу хоть приведут. Как-то очень подозрительно, нету данжи. Мы встретили несколько домиков двергов, но ни одного это... Ну, два данжа мы облутали. Ну, пойдем. Вон. Вот еще, давай, полежка свалим. Смола нахер, вот это нахер. Ну все, так у меня с собой, короче. Игдрасиля. Погнали, короче говоря, вот к этим мостам. Посмотрим, что там есть. Во, будет вижу данж. Ты сам вот, где? Вон, смотри, блять, я спускаюсь. Смотри, куда стреляю. Ну-ка еще раз. Плохо заметил. Ну ладно, короче, ты иди, скажешь. Это не данж, да ладно. Офигеть. А скала издалека так казалась похожа на это. Вот эта вот скала вот передо мной. Прям кругленькая, прям, знаешь, прям вот с этими на башне-то штучками, такими выемками. Ага. Ошибся. Я что думаю, то что мы тут, конечно, бегаем, и все это весело, но мы очень далеко от портала любого. Так, давай, у нас вот на севере, получается, не разведано. Пойдем на север. Так, а может быть, как-то на мосты вот эти подняться, посмотреть. Сейчас, подожди. Может быть, давай повыше, правда, здесь вот поднимемся, так просто оглядеться. Хотя бы метку поставить и потом за телепортом ходить, сходить. Нас же могут грохнуть запросто в этом портале. Ну, в смысле, в этом данже. Угу. Ну, кстати, в этом, бодрости ну, ничего. Тормознули то, что не это. На портал ничего не взяли сюда. Поэтому придется возвращаться долго и упорно через весь этот хаос. Да на. Вообще падла ни одного портала. Ой, этого данжа. Вы издеваетесь. Чуть зубами об скалу не треснулся. Блин, а где-то же должен быть данж. Блять, он случайно не под нами вообще. Фиг его знает, может быть. Понятно. Я сейчас... Я только что это проверил. Нет.
Это подозрительно прозрачная квадратная скала. Где-то гель летает. Ага. Ну, с ним есть чем бодаться. И там вон этот как он, маячок или как? Вот. Почти ровно на севере. Угу. А что там такое? О, вон, дверги там? Наверное, не знаю. Можно сходить посмотреть. А вот справа от тебя там опять поломанный мост. Угу. Ладно, пойдем к маяку. Может, там он что-нибудь увидим. А вон давай тут. И надо, получается, как-то вот в сторону портала с королевой хотя бы загибать. А мы сейчас, если подохнем, то нам хана. Мы просто не забьем. Да, твою мать. Данж наш? Угу. Слушай, причем как будто. Ну хотя хуй знает. Не знаю, вот. Ай, жопа летающая. Че, гасить надо его, да? Или он тебя убьет? Ну, вообще не обязательно, но если давай, если он будет нападать, то ладно. Тогда убьем. Я бы просто не тратил на него время. Бодрость бы еще как-то получить. Да я тут вообще скатываюсь что-то, блин, я не знаю. Так вот, бодрости нету. Медленно выносливость восстанавливается. Вон, видишь данж? Впереди, внизу. Я вот вижу этих, как его, дома двергов. А данж-то где? Ну-ка, шмальни туда. А, ну, мы про одно и то же. А, ну, дом-то двергов, это ладно. У нас этих, как его... Молокососов-то хватает. У нас нет печатей, чтобы этот босса призывать. А там может быть заброшенный дом двергов. Да вряд ли. Но мы можем попробовать на нем долететь на парашютах и от него потом свернем. Давай. Мимиман. Привет. Привет. Че, полетели? А, я уже. Камикадзе. Сомневаюсь. Мне кажется, тут полно гномов. Но нам молокососов. Да? Нам молокососов не нужно. Да. Покососа есть, данжи нужен. Погнали тогда. Тут все хорошо. Нам нужно, получается, северо-запад, ту сторону сворачивать. Тут хотя бы хорошо видно, так что не исключено то, что мы можем по дороге, в принципе, даже что-то найти. Что тут как-то странно, вот этот туман гуляет. То видно, то не видно ни хера. Вот это, блядь, конечно, скалолазание, это полная жопа. Может, это сделаем кастрик, бодрость получим. Так а мы ее сразу же и просахатим. Ну чё? Не, чё, 8 минут. У тебя есть дерево-то свое? Вот нету обычного-то. Будем превознемогать, все такое. Хз. Но мы неверно, кстати, по-моему. Нам нужно вот в ту сторону. Нам нужно вот через это ущелье, вот сюда вот, идти. Факел с магическим огоньком, вот она. Че? То, что нам нужно. Да, она приличную область вокруг себя. От этого очищает. Кстати, вон еще данжик вижу. Данж или дом двергов? Мы от него пришли. Не, забей. Да вон. Че ты говоришь, очищает? Факел с магическим светлячком. А, он у тебя есть с собой?
Не, нету. Он делается из одного дерева Игдрасиля и одного светлячка. Понятно. Вроде как берем... Нам нужно вот сюда. Вот в эту сторону примерно. Сейчас я тебя запульну. Да не, чтобы не к порталу стоит. Ближе. Вот в ту сторону нам надо идти. Я как Винни-Пух между скалами застряну. Вроде нет ничего. 10 прыжков минус сотка стамины. Как это работает? Что, перелетим туда? А как прыгай, я за можем вот тут вот повыше забраться и подальше прыгнем. Да, наверное, так да будет прикольней. Пробел удерживаешь, дольше летит получается. Пойди. Да, с пробелом как планируешь, короче. Тут осторожно. Бля, я не могу забраться. Почему? Странный ландшафт. О, наложили. Один камень 10 тысяч лет преодолеваешь. Когда летишь, надо не пробел нажимать, а shift. Он тогда будет... Вперед еще лететь немного. А, пробел, по-моему, бесполезно. Так, че, я вот никаких. Пойдет? Ну да, портал королева, короче говоря, нам туда. Королева, да, корень. А, ту сторону. Так, туда он прыгаем, да? О, да, пока так. Shift-shift удерживай, а пробел. Угу. Хер раз два я долетел, но забрался. Чё за жопа? Где данжи все? Как плавь? А, подожди, я подожду пока. О, начинается этот туман. Я вот что-то не могу понять, он гуляет туда-сюда, либо он где-то в определенных точках всегда находится. Охрен. Я думаю, все-таки он гуляет. Вот судя по мини-карте, как бы он, по-моему, перемещается постоянно. Так, ну нам куда-то туда, на тот берег. Давай. Лети. О! Далеко, мне кажется, поплывешь? Не знаю, будем надеяться, что да. У меня другого варианта нет. Я что-то тоже затупил и до конца стамина не восстановил. Ну, хп много, может быть, доплыву. Ладно, у меня вроде тоже много. Он впритык. Только-только начал здоровье терять. Надо слева от меня искать. Да, жучара. По-любому к нам сейчас придет. Ну давай ты башку-то свою покажи. А, он к нам. Однозвездочный. Да, его бы ближе к берегу, конечно, грохнуть. Ресурсов подсобрать с ним. Панцирь, наверное, пригодится. Ну пускай под. Да ладно, хрен бы. Не-не-не-не-не, я вон тут вот уже смогу его собрать. Ну давай тогда поближе. О, он сейчас полетит. А, не, не стал.
А? Там с него еще этот какого? Мандипула падает. Вот у нас тоже ее мало. С этого не падает. Когти. А с кого когти падают? А с солдата. Так. Нам? Вот примерно вот как-то так. Оп. Господи, Иисусе, бля. Странный ландшафт. Как он бесит. На, скорее за бодрость. Починиться там вся фигня. Просто жесть. Я вниз стек. Стек. И все, их она и никак не восстановится, блядь. И скала ответственная. Я понял, почему разработчики сделали, короче, этот какого. Такой ландшафт, чтобы подольше дополнения никакие не выпускать. Чтобы вы с этим еще помудились как следует. Ладно, я вообще. Я да, жив остался. Ничего не видно. Надо постоять. Вот куда-то туда. Я думаю, никто бы ничего не потерял, если бы просто чуть-чуть хотя бы не такие увесистые горы были бы. Ну, в смысле, они просто реально под 90 все градусов почти. Может, пофиксят? Не знаю. Да, вряд ли. А это же типа готовый биом. Скорее всего, ее может заниматься никто не будет вообще. Так, внизу вроде у нас тут даже метка стояла. Ну-ка. Стебель. Да, у меня тут тоже отмечен как стебель, но не знаю. Нам туда вообще так. Кто-то сражается. Ну, тут кто-то топает. Я его слышу. А, ну вот, солдат. Вот с него мандибулы падают. Ролики я не знаю, тут... как его бить. Здесь вообще, по идее, мы все исследовали. Я могу потанчить, а ты бей. А ты где вообще? Вот. А тут. Получается, за скалой я тебя вообще не вижу. Только что тут были, просто я остался, а ты дальше побежал. Ага, осторожно. Вот, видишь его? Че, мочим? Я его не вижу. Я вот он, тебя-то только мне. Вот. Твою полоску. Вот ага. В жопу стреляй. Угу. У него убитность. Подожди. Че, у меня стамины нет. Блять, ну-ка, если кассиеста, но я не попал. Скалу шмаляю. Осторожно, он очень сильно бьет. Угу. Я тут пытаюсь арбалет зарядить и, короче, блядь, стамину восстановить. Короче, я, походу, ты без меня его завалишь. Нет, вот это. Я попал разок. Отлично. Все, мандибулу забери. Ни хера себе с него. Это что такое? Камень? Это он сломал, да, его? Вот они, мандибулы. До свидания. Ну, у меня тут одна попалась. Все, я подобрал две штучки. Вот сюда. Дальше. Да, не знаю, выше забираться или ниже. Опасно тем, то, что, блядь, можно
в воде тут подохнуть. В воде, но... Но, блин, наверху-то, в принципе, тоже не разобьешь. Значит, что, поверх? Я вот по правой стороне прошел. Вроде ничего, нормально. А, вечно без стамины, как пиздос вообще просто бесит. Сейчас, подожди. Как по такому биому перемещаться, сука? Тут скалы то, что не то, что под 90, они еще и градусов под, наверное, блядь, 110. В обратную сторону это сколько получается? Не, было бы совсем печально, если бы мы были без этого, без плаща. Правой, а то там придется плыть. Ну, я не знаю, не пройти там, я что-то не вижу. Ну, можно обойти. Да, можно же обойти, как бы. Хер его знает, с какой стороны. С обоих неудобно, я тебе как скажу. Блин, не видно, что там. Нормально, там спрыгивай, только выносливость полностью восстанови, и тут будет озеро. И недалеко. Ну, я маленько в обход так чуть-чуть попробую. Ну. Чтобы сильно не деформироваться. Я просто не знаю, что тут магам делать, если у тебя... Хотя у тебя же этот, магическая, это у тебя третья полоска получается. Вторая. Ну, одна ХП, одна... Стамина и еще третья полоска это идут. Она будет рядом со стаминой, эта полоска. Да, да. Она же фиолетовая. Ну. Угу. Мы, кстати, прилично тут обошли уже и... Нету. Нету данжей. Куда они делись, интересно. Может быть, вот сюда от королевы сходить? Вот открой карту. Попробуем тут счастье попытать. Давай сходим, но... Бодрость возьмем, починимся, поедим там. Разгрузимся. Так, я уже сам потерялся. А, вот. Я на сейчас долечу. Меня. Долечу сейчас. Я главное светляка твоего вижу. Вижу эти. А сколько на меня тут. Нормально. Вижу молокососы, короче, больше ничего не вижу. Ну-ка, сколько они там? Три. Тоже так три. Тут это, видишь, корень-то, корню-то хана приходит. А ему давно уже пришла. Ему уже давно пришла, он просто чуть-чуть восстановится, его сразу же они все высосут. И он обратно восстанавливается чуть-чуть. Они опять все высосут. Ну, отлично, еще и дождь пошел. Ладно, я в портал погнал. Ты там идешь? Да. Сейчас этих возьмем, поставим. У нас много светлячков? Не знаю. А их вроде никто и не заказывал, да? Светлячки на подходе.
На подходе. И же вот типа они... заказать надо, да? Там они что-то такое подождать, там какое-то время. Они просто приходят и их собираешь. Вот двоих собрал. Ну, собираешь что-то, одного падает. Что-то яиц не густо как-то. Может они где-то их ныкают? Странно. Хотя подожди. А, ну все, три курицы. Так лучше видно. Раз яйцо. Два. Вот сейчас третье будет. Парадокс. От курицы и курицы без петуха рождаются яйца. Удивительная вещь. Ну они просто не это, как это сказать? Не стали петуха прорисовывать. Не, они просто не оплодотворенные, типа. Из них не родится никто. Так, вот у нас есть мягкие ткани. Уже неплохо так. Да-то я успел тут еще камень поднять. Еще эйтра запарим. Ой, у нас много светлячков. Я, короче, 10 возьму. Что-то хотел-то с ними сделать. Фонари? Ладно, посмотреть, насколько много они от тумана озаряют. Ну, слушай, я видел, как просто берут и делают этот, как... Ну, просто, ну, целую поляну освещают с помощью этих фонарей. Ну, то есть она добавит тебе метров 5, наверное, видимости. Ну, видно будет. Да. Пойду, говорит, к окулисту схожу. А дальше что? А дальше видно будет. Так, схожу-ка я, пожалуй, АФК на минуту. Игдрасиль скинул, ага. Да. Что-то как-то панцирь не густо. 19 штук. Ну, но я думаю, что он нам больше и не понадобится. В принципе, все, что надо, было прокачано. Так, посох. Посох. Давай, допустим, посох огня. 20 дерева, 16 зеленки и 4 ядра. Чик. 4 ядра. Тютельку, как говорится. Да, не помню. 16 зеленки. Я смотрю, кстати, этот автомат, как бы, эйтровский-то, ну, он как бы постреливает, но и причем не только в эту мраморную стену бьет, но еще и в разные другие стороны. Я не знаю, тут хоть все это мрамором это обнеси. Так. Все, я тут. Я все взял на посох. Посох огня. Давал сюда.
Че, решил огонь взять? Да. А еду как? Взял на эльтер? Требуется эльтер. А сколько мне нужно требуется эйтер? Переработанный эйтер. Не-не-не, требуется еда. Покушать. А, жратва, короче, да? Да-да-да, чтобы у тебя мана появилась. Ну, есть тут кое-что. Фаршированный гриб. Эйтер. Допустим. И... За один гриб 50-75 эйтера. Я понял. Нормально. Туманы пронизывают все, что живет и растет в этих землях, и теперь это часть и вас. Эйтер – смесь яда и жизни, с помощью которого вы сможете использовать всевозможные мощные заклинания. Постарайтесь найти больше ингредиентов, наполненных эйтером, чтобы повысить свои способности. Понятно. Ой, я, блядь, в огород, да, шмаляю? Ну точно. Подожди, где-то тут синий утырок хохочет. Давай. Ну-ка, давай. Эксперимент. Где это зеленое говно? Да, где он? Сейчас найдем. Может, внизу? Не, вроде нет. Мне кажется, надо на быкоящере проверять. У него хп больше. Но, ну, типа, более понятно будет, насколько быстро. Я не знаю, с такой скоростью, по-моему, это он меня быстрее завалит. Но попробуем. Видишь, все равно, если ты ставишь себе магию, тогда это еще в стамине в минус идет, естественно. О, вот сзади, сзади тебя зеленый утырок. Где? Вот сзади. Ого. А это по тебе попадает магия, нет? Нет. Я как бы, о, как его прикольно разодрало. Но я тоже, видишь, шмалять-то вечно у него не могу. Надо ж подождать, а вот все восстановится. Вот, а в броне магическая. А что у нас максимально? А, получается, броню нужно и этот как его, максимально эйтровскую жратву. Но тогда можно забыть про адекватное перемещение по горам. Почему? У тебя будет адекватное перемещение по горам, потому что ты будешь легче. Ты же в броне-то медленнее передвигаешься, а в ткани ты будешь быстро бегать, тратить меньше выносливости вроде. С подачи улетает комар. Ну, короче говоря, магия не совсем кошмар. О, быкоящер, вот пойдем. Идем. Надо одну по одного только, не всех. По одного, да. О, право. Ну-ка, магия тоже, в принципе, видишь, как не очень-то далеко летит. Но это выше, типа не арбалет. С арбалета я бы, наверное, его завалил бы уже стопудово. Вот, а ледяная магия, она типа как пулемет. Один запал магии огня мне хватает на 25, короче, фиолетовый эйтер этого. Это, наверное, пока что, может быть, не прокачан, типа. Потом я буду, может, чуть повеселее шмалять этой штукой. Я ледяной посох сделаем еще. Долгий замах огненного. Но, возможно, повышенный урон. Так. Желательно все посохи поюзать, получается. Ну, типа, в идеале, чтобы у тебя все были стихийные посохи. С тобой прям.
Ну, типа, увидишь кого-нибудь, типа быка ящера, да, вот он может гореть. Ты с херак вытащил посох, который вот огнем там, допустим. Потому что у него резисты. Ну или со льдом кого-нибудь встретил там, ну и наоборот, значит, понял. О, хулин. Да, замах долгий. Но бьет немножко по площади, получается. Так, кстати, можно еще и делянку спалить. Ладно, пойдем попробуем ледяной сделать просто. Прикола для. У него урона меньше, но зато он замораживает. Он замораживает и бьет чаще. Ну, он не вообще замораживает, и типа, ну, враги становятся медленнее. Кстати, у всех искателей вроде бы уязвимость к льду. Искатели... А? Мужики, что? Понял. Я не знаю... Стоит ли делать... Ну, давай сейчас ледяной посох я сделаю, короче, и посмотрим, стоит ли делать шмот. Посмотрим, как он вообще. По урону, по атаке. Пока я бы не сказал, что огненный посох топ. Может быть, его надо вкачать. Не знаю. Может, типа, надо... Побегать, попользоваться. Ну-ка, а что я жру-то вообще? Магическое. Шрованный гриб. А есть у нас что-нибудь такое вот прям мощное? Да, на магию. Для эксперимента. Так, посох льда. Ну, за посох защиты воскрешателя это уже в принципе это надо. Ну типа ты с собой всегда носишь два посоха. Один у тебя на атаку идет, а второй типа если посох защиты купол над толпой поставить, либо воскрешатель бахнуть, если кого-то грохнут. Типа того. Так, 20 Игдрасиля, морозная железа и 16 зеленки. Понял. Че, сейчас я тебе сделаю еще еду на ману. Угу. Спасибо. Так, Игдрасиль. А грибов-то нету. Синеньких-то. Надо за ними сходить, сейчас пойду. А там они рядом с порталом, так что это. Угу. Да, мне этого хватит. Че, не поднять? Че за у меня за перегрузы такие? Жди. Ну ладно. Сейчас мы еще зеленки запарим. Оп, сюда давал. Это надо в 0-1 или в огород? Ну, в 0-1, да? Синее в огород. Бля, вроде да. Вроде в огород. Ай, господи, перезайду, да и все. Так. Вот я. Морозные железы. А вы, может, на синий и огород? Так, огород это желтый. Значит, 0-1. А для магической еды там случайно эйтер не нужен? Не-не-не, вообще не. Только грибы, да?
Основной посох льда. Ну давай. Ну-ка, а что тут со шмотками? Ну, для шмоток, в принципе, тоже все есть. Первого знает, нужен они. Давай посмотрим так. Ледяной посох. Подожди. Угу. Ледяной посох, он, короче говоря, еще и шмаляет в разброс. То есть ты бьешь вперед, как бы, знаешь, как копьем, как бы. Но и в то же время ты лупишь по площади. Ну, скажем так, по площади, по горизонтали. А этот огненный посох бьет как лук, в принципе. Как лук, да, бьет примерно. Ну, по-моему, врагов больше, которые ко льду уязвимы. Вот. Здравствуйте. Как раз суртлинги. Подожди, может, выше надо стрелять? Да, надо чуть выше мочить как-то. Да, не вижу траекторию полета вообще, это хрень. Я, наверное, еще не попадаю просто в них. Подожди, я что-то не врубился. Ну. Может, ближе надо? Ну да. В общем, это что-то помесь арбалета с луком. В идеале получается, надо с собой желательно два посоха таскать. И так, и у тебя идет все равно прокачка ну, пользование посоха со стихийным уроном. Но... Камни летают. Магия. Холодец, искатель, эгдрасильская каша. Ага. Спасибо. Подожди. Надо с собой три вида еды таскать. Получается так. Сколько у тебя? Вот ты все три вида еды съел, сколько у тебя выносливости? Нормально? 150. Ну, еды, ХП тоже 150. И броню, кроме шлема. Так ты будешь бегать. Так, вот это сколько получается? Эйтер 85. Здесь 80. Ну, значит, давай вот как-то так. Выносливость 70. Выносливость, а вот здоровье, выносливость, ну примерно так, да. Да что? Здоровье 80, здоровье 80. Угу. Ну вот, типа рагу из змея, хлеб и холодец из искателя. Ну, как бы, норм. Все вместе. Ну вот я тоже то, что думаю, то что. Ну, блин, прям какой-то лютой пользы, конечно, от него не вижу. Попробуй побить кого-нибудь.
попробую. Вот да, надо на жуках пойти потренироваться, что ли. Вот я думаю, делать ли шмотки магические. Для ну и в бане. Как бы сделать-то не вопрос. Количество кукошек растет. Что там я хотел? Игдрасиль выложить. Тут дерево тут попадало. Тарарам. Тарарам. Это, наверное, я пока уберу. И вот это. Очистим карму инвентарскую. Я вот просто когда стреляю с посоха ледяного, я что-то не могу понять траекторию полета вообще вот этой ледяной свистульки. Как она летит? Вот, давай, блядь, на море посмотрим. Ну, плюс-минус цель. Ну вот я сейчас стоял, но, блин, я зашел на болото и лупил по суртлингам. Я не знаю, они дохли походу просто потому, что возле воды. А так вот вроде она с цель летит, а так целишься, такое ощущение, что тебе надо выше брать, как выстрел стрелы. Но тут конкретно может быть фишка посоха. Вот огненный посох лупит по траектории, как ни крути. Я вижу траекторию его полета. Она, кстати, вот, ну, блин, дугообразная. А вот этот товарищ у нас, в принципе, тоже, кстати, лупит по дуге. Ну-ка, а сколько он эйтера этого? Ну, манны фиолетовые выносит. Ну, надо урон сравнивать, типа... Ну да, да, надо выгоднее смотреть, чем пользоваться, допустим. Не забывать, что один поджигает. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 выстрелов, он мне сносит 73 манны. То есть с собой надо носить меч. Вот и все. За 10 выстрелов я ни одного жука не убил. Как ни крути. А у этого размах долгий. Пока ты будешь размахиваться, этот жук окажется уже где-нибудь... Что случилось? Пока ты будешь размахиваться, этот жук уже давно окажется где-нибудь в другой стороне. Ну, типа, либо стрелять наперед. Тоже не совсем вариант. Жуки довольно-таки твари беспокойные. Так, инструмент. Тогда вот этот товарищ, до свидания. Попробуем. Попробуем, короче говоря, арбалет пока. Так. Попробуем поюзать посох ледяной. И, наверное, со шмотками, что ли. Что там надо? Накидка. А вот, сшитые из эйтера штаны. Особенно узкие. Дискомфорт подпитывает концентрацию, которая необходима для магии. Восстановление эйтера плюс 40. А вот опять же это. Скорость передвижения минус 2. Восстановление эйтера. Ну, то есть он, получается, будет шустрее у меня набираться. Но я буду бегать в тряпках. Это надо учитывать, опять же. Ну, здесь такая же картина. Это будет где-то в районе полтишка. Броня 16, и там, и там. Плюс еще шапочку сделать. Кстати, где она? А, вот. Ну, тоже. 50 брони у тебя плюс. Но зато, типа, быстро будет откат магии. Ты будешь шмалять быстрее. Вот в чем прикол этих шмоток. Ты стреляешь быстрее, ну, быстро, скажем так, перезаряжаешь. Это как вот, допустим, с прокачанного лука ты быстро стреляешь, вот тут то же самое. Ну давай, в принципе, попробуем сделать эту беду. Где у нас тут лен?
Где Лёнка? О-о-о-о, на нас напали. Прикольно. Вы размешали котел. Да, это чё? Это кто? Отходи. А, это мышь летучая. Они нам курей долбят, кстати. Понятно. Хату, хату не рыгни. Да хрен, построй. Ну да. Тут такой сраный шутер начинается, просто жесть, не поймать их. Пизду, короче, давай по старинке этих свиней завалим, да и все. А их магии тупо не поймать. Ты заряжаешь посох, он, естественно, уже где-то там. Он не здесь. Он где угодно. Посохом в ушей не попасть. Ну так, если случайно шмальнешь. Че они там заканчиваться собираются? Не факт. Блять, посадки твои. Косил чуть-чуть. Надо где-нибудь там драться. А вот тут перед дверьми нормально. Котел остывает. А почему тут котел? Ну, типа, отсылка на вампиров, наверное. Вампиры, что там, зелья, ведьмы, летучие мыши, наверное, так. И чё, они всех курей там, да, их похерачили? Вот не знаю. Ну, естественно. Да, последних куриц замочили просто, да и всё. Но есть яйца. Ага. Тащи тогда, чё, дерево. Будем топить. Да, есть немножко. Топить печи. Хотя бы двух куриц надо высадить. Закинуть дерево. Одно яйцо. Яйцо одному. Одному яйцу. Тепло. Так. А что, у нас два яйца? У тебя с собой нет яиц? Ладно. Очень холодно, яичку. Яйца должны быть в тепле. Сейчас семян тут раскидаем. Пусть грызут. Че? Им тепло. Так, сторонку чуть отойди. Ты будешь подбирать эти семена. Я думал то, что им сразу же тепло. Надо подождать, и тогда яйцо осознает себя как личность и такая, о, тепленькая пошла. Короче, против мышей посох вообще не вариант просто. Только меч максимум. Так. Бля, еще семена. Ну ладно. Так, выложи. Печально, печально. Только выводок куриц появился, блин. Только начал расти экипаж. Их опять всех похлопали. Чё там? Главное прикол в том, то, что ты лупишь этих какого. Лупишь кожу мышей, а кожа падает как с кабанов. Ну, типа кожаные обрывки. Да, да. На нас, короче, напали кабаны. Летающие. Я выбил 34 кожи.
меня поменьше. Ну, потому что я пытался шмалять с посоха. Бесполезно. Так, что там льняная нить? Где у нас лен вообще? Ты давно его видел? Лен хз. А, он у нас был же в этом, как он. В чемодане с черным металлом. Он лен. Может быть, да. Так, лен. О, эйтер по-любому. Хотя, подожди, а вдруг нет? Ну, скорее всего, эйтер тоже нужен. Угу. 20 зеленки, 10 перьев, 5 шкуры. Нет, надо всю шкуру брать. Попробуем прокачать до максимума и посмотреть, как это работает. Может быть, это будет веселее. Так, это перья нужны вроде. Перьев у нас как говна за бани. Сколько? 12. А надо 20. Переборчик. Блин, ну серьезно, килограмм. Посох. Сразу, чтобы не бегать. Все равно тяжелый груз. Сколько же этот эйтер весит? 105 килограмм. Прикольно. Че ты за магию-то не хочешь попробовать? Не знаю. Хочешь, вон там посох я выкинул. Можешь ледяной посох сделать. Так, шито из эйтра одеяния. Ну давай. Оп. Паны. Все на шапочку. Кто-то это танчил со щитом, вся фигня. Да не факт, что это вообще полезно. Хоть так. Ну допустим. Ну я там играл, было круто. Шапочка надо. Что там на шап? Странно, главное, вот сшитые из эйтра шмотки, штаны и куртка, железа не требует. Но два куска железа на какую-то маленькую брошку, которая тебе морду чуть закрывает. Игра? Благо у нас всегда этого, ну, всех ресурсов всегда в запас. Сахид на самом деле хорошая вещь. Говорю, вот с братом играл. Ну видишь, она может вещь-то хорошая, но есть нюанс. Есть нюансы, возможно, к которым надо будет привыкнуть сначала, чтобы адекватно себя чувствовать.
Чё надо? А, я эйтер забыл этот. Сейчас крафтим броню, посмотрим, как это работает в полном составе. Ну, типа, что предлагает нам разработчик? Чё там, зеленый рядом? Да, зеленый. Ой, иди-ка сюда. Надо больше фиолетовой штуковины. Илья Андреевич, здравствуйте. Так, эйтер. Эйтер. Опять перегруз. Ощущение, что шкура кроликов на... Ну, вот эта чешуя сделана из этого какого-то титана, там, я не знаю. Так, сшитый капюшон. Ну давай. Все. Full set мага. Здрасте. Magic. Ну-ка давай в питоне. Что-то там вот это. Так. Теперь эйтра. Ну вот этой фиолетовой хреновины у меня. В полном сете мага, я, кстати, не сказал бы, что он там прям люто как-то восстанавливается. 139. Ну-ка, где зеленые человечки? А что, не сдохли, что ли? Там он куда не уплылит? Вот жопошники, а. Взяли, ускакали куда-то. Так, давай прокачаем тогда по максимуму. Что там у нас, какой? Третий, да, уровень гальдеров стол? Но. Так что, не шибко там много ресурсов, это, наверное, должно занять. Давай качнем. Так, улучшение. Эйтер и... Лен. Тоже эйтер и лен. Ну, такая же история. Кстати, посох льда это тоже можно улучшить, точно. Он и бить пошибче будет, получается. Скорость передвижения падает. Угу. Ладно, посох потом. Давай, короче говоря, прокачаем. Вот. Нам нужен много эйтра и лен. Чем выше уровень магии, кстати, тем выше урон. Ну тогда вот. Мне интересно, короче, сделать так, чтобы вот максималка в данный момент, что сейчас разрабы предлагают. Вот. Максималку делать долго. Да нет, что-то у меня все ресурсы-то есть. А. Это имеешь в виду? Я думал, ты про навыки. Вот когда, да, кстати, вот когда будет полностью, типа, ну, хорошо вкачан навык стрельбы из боссов, возможно, это ускорит процесс, но не точно. Пока интересен, короче говоря, количество и скорость, ну, количество урона и скорость выстрела. И типа сколько я могу сделать, как часто лупить. А, эйтер, эйтер нужен. Кто знает, может быть в прокачанном виде и посох огня лучше, чем ледяной был. А вдруг? Эксперименты.
Нам же так-то вроде этот эйтер больше пока ни для чего особо не нужен. Все, что надо, сделали. Подожди. А, я не выложу. Так, давай, улучшение. Сшитое. Нагрудник, короче говоря. Все. Это максимал. Могли бы, блин, я не знаю, что-нибудь добавить, еще какой-нибудь крохотный предмет, чтобы до третьего уровня докачать, уже до четвертого точнее. У нас же, по идее, вся броня до четвертого. Блять. Я создал, да? Или улучшил? А, нет, я улучшил. Я улучшил. Все, я уже думал, блин, потратил ресурсы и прокачался случайно это. Ой, не прокачал, а сделал еще. Все нормально. Угу. Но чуть было не было. Руки все равно голые. Так, улучшение. Давай. Шпиты, штаны. Все. Максималочка. Так. Капюшон. Так, мне еще 10 литра надо. А у нас его, наверное, нет. Надо подождать немножко. Четыре. Да, еще пять. Что делать? Будем ждать. Можно пока протестить. Сколько у меня тут выносливости? Значит, 150-160 выносливости. Ну и примерно 200 хп. А если я стреляю с посоха? Ну, быка ящера в соло убить. Ну да, попробуем сейчас. Слушай, что-то не густо. Ну, 85. 80 эйтров все равно. Он восстанавливается примерно так же, если бы ты заряжал арбалет. Один выстрел. Примерно так же. Ну, в принципе, по скорости. По скорости. Ну, относительно. Ну, ты прям все выпускаешь, все, что у тебя есть, и вот на. Пойдем что-то еще делать? 20. Я спать. Где вебка? Не знаю, где-то. Я решил пока без вебки. Что, попробуем быка ящера хлопнуть, смотреть как урон. Ну, блин, я не знаю, тут короче надо рассчитывать так, чтобы еще либо жертвовать стаминой, либо здоровьем. Короче, какой-то полоской определенно придется жертвовать, без этого никак. Здоровье, наверное. Ты не можешь, типа, одинаково держать все в хорошем тонусе, скажем так. Стоит один. Либо ты будешь много... Ой. Вот с одного залпа получается, что, 1/4 я ему оставил. 3 снес. Как-то так. Слушай, ну выстрелы чаще стали.
Вообще, я думаю, тут еще от прокачки, наверное, зависит. Интересно, а если у тебя, допустим, ну, часто пользуешься посохом, что растет у тебя? Урон, скорость выстрелов или что? Точность еще растет. То есть они чаще в центр попадать будут. О. Ну да, да, наверняка. Ящик это не убил, ладно, там стоит. Я не знаю, что-то я сквозанул вообще. За Эйтром. Ну-ка. Нам надо еще как-то этот момент не просыхать, и чтобы два яйца вылупилось, но не больше. А почему не больше? Ну, чтобы две курицы носилось, ну, максимум 4. Чтобы они давали нам яйца и затушить костер. Ну, Эйтра достаточно. Последний вкач шапки. Да, как раз. А, еще ж посох можно прокачать. Блин. У посоха урона будет больше. Да. И, возможно, кстати, использование Эйтра будет меньше. Ну, то есть, типа, за выстрел. Как вариант, да. Че, я не знаю, можем, в принципе, обратно в туманки поползти, либо пойдем просто, не знаю, что-нибудь другим поделать. Позанимаемся. А чем тут еще можно позаниматься? Пойдем в туман? Ну, ненадолго. Буквально. Без закругляться, да, уже пора. Ну, пойдем, пусть зеленка пока поплавится. Побегаем чуть-чуть. Придумываем. Очень хорошая еды. Если что, там бери. Надо будет еще для тебя тоже наготовить. Это что? Омлет. Здоровье 28, выносливость 85. О! Эти дорого делаются. 3 гриба и 3 яйца. Одна штучка. Ну, по факту, кстати, вот смотри. Для яиц, то вот класс. Вот курица в медовой глазури. Тут гуляш из зайчатины. Вот они же все, либо мясное рагу из змеи, они все дают по 80. Вот они все, у всех, в принципе, разница. Вот, очевидно, это вообще можно выкинуть. Жратву, а вот эти вот дают они, в принципе, выносливость 80, КП 80, то есть максимальное, видимо, количество прибавления того или иного, получается, шкалы, у тебя 80, всегда максимал, ну, может, максимум 85, что-то такого, там, еды какой-то, я не видел, чтобы 90 давал, в совокупности, возможно. Я же хотел печку загрузить. Давай, дотало. Чё, в какой пойдем? А? Да я вот не знаю, что там. Мы, по-моему, хотели этих какого. Грибов, да, пособирать? Синих у нас, по-моему, нету. Да, собирал много. Синие собирали? Так, я насобирал много тут. Ну тогда хер его знает. Пойдем так просто гуляем. Что какой-то, да? 0-1. Синие грибы. Хотя мы бы хотели же этот как он. От королевы, да, по-моему, вообще пойти. Чуть-чуть на север прогуляться. А это довернемся. Сколько раз мы тут заберем чуть-чуть? Я тогда пойду эту зеленку пособираю. Тут ее по пятере где-то собралось. Из живицы, кстати, делается одно из твоих блюд, которое дает Эйтер. 4 живицы на одно блюдо.
И переживется? Да. Охренеть. Там многовато. Это ж сколько надо тогда этой живицы высосать просто. Это тогда нужно где-то, я не знаю, несколько корней держать под своим этим контролем. С порталами. Ну да, типа того, доить это все дело. Я подожди, ты одну кружку собираешь, у тебя 60 прилетает этого живицы. Ой, ну, 2. 20. Ну да, понял, короче. Здорово, тост. Магия. 9/12. Курица что-то не вылупляется. Подождать, наверное, надо подольше. Угу. Горчичку будешь? Подожди, что-то жратвы маловато. Прянем чуть-чуть. Литр 75. Ну, сейчас, блин. Новый факел от тумана. Что, решил факел здесь с собой? Посмотреть, ну, я как работает. Для пробы, но штучек. Окей. Так, что, мы идем в портал королевы. Mm-hmm. Идем оттуда на север. Так, не знаю, сколько ты еще можешь полобать? Полчасика, да? Меньше? Mm-hmm. Меньше. Я не знаю где, но надо, блядь, какого. Надо... Заяц в воздухе повис, ты смотри. А все, отвис уже. Меня вогнуло. Смотри, не выпустили шептуна. Что говоришь? Много открывают, достаточно такие. Да? Это вот для этих, знаешь, есть сумасшедшие люди, которые базы строят в туманных землях. Вот если всю базу вот так вот этими обнести синими фонарями, то окей, будет видно. Но возле базы будет не видно нихера. Иметь в виду надо. Вжух, я как Бэтмен, летящий на крыльях ночи. Заяц замерз. Дайте мне замороженную крольчатину. Все. Бородка. А вот подожди. Чихуя поднять. Давай еще. Где? Все забрали? Не. На самом днище еще тут. Ну все, она утонула. А, нужно с... прям с плюхом, да, бахнуться. Бомбочкой, ну, он, короче. Немножко опускается на дно. 44 живицы. Ну, такое. Представляешь, вот эти 44 живицы, это на 10, на 11 блюд для тебя. Ну, да. Это как морозная медовуха, скажем так, опять же. Тоже что-то. Блядь, я еще не в ту сторону пошел. Это как будто ты вот, ну, когда ты на гору идешь, тебе нужно высосать определенное количество морозной медовухи, чтобы ты успел скрафтить себе плащ. А тут получается, тебя на эту морозную медовуху просто как на наркоту посаживают. Ты уже вынужден тиммейтером питаться. Ну, типа, на одного человека, получается, на одного мага надо рассчитывать как минимум 2 корня где-то так, чтобы он себя адекватно чувствовал с едой. Ну, не знаю, грибов я насажал, как бы, а молокососов у нас 2 штуки. Вижу дом двергов. Угу.
Будем молокососы добывать? Или ну их нахер? Не, не надо. Живу. Верка, разбойник, почему у меня не такой посох? У меня посох с кубика. Дерганый какая-то анимация. Ты че, мужик? Бля, прочитал дрочер банк. Это да, этот еще тот дрочер. Куда-то туда пойдем. Кстати, вот просто смотри, сколько мы территории исследовали, и из этого всего только два данжа. Бородка. Сейчас, если био просто кончится, то есть не исключено то, что придется вообще плыть в противоположную сторону, чтобы там искать данжи и там брать эти печати. Ну надо, как надо, чё. Услышал тебя, тостер, ну, позвони, чё. Сложно будет встретиться, когда я тоже на работу выйду. О, а там уже это, равнина. Да. Давай налево, может. А точно равнина? А к вам на мини-карте смотри. Давай попробуем. Чик. Да, равнин. Не, а то, что просто... Давай попробуем по периметру вот, обойти. Хотя по периметру, наверное, хер какого мы данжа вообще найдем, да? Ну, типа, откуда в жопе алмазы? Тоже так думал. 5 гоблинов или 4. Где эти пидоры? Дай их заморозю. Я как Саб-Зиро, короче. Вообще тебя не вижу. Ёжи! Ты где вообще? Бля, комар. Ну да, блядь, его вполне поймал, смотри-ка. 10-й попытки. Комара главное, короче, попасть, а выносится он довольно-таки быстро. Да и, короче, да, надо посох качнуть, короче. Смотреть, как мы этот, как он будет выносить. А, тихо, я в тряпочках. У нас какой-то тут вечеринка просто намечается. Зеленого цвета. Как дела, мужчина? Ай-яй. Я бы, наверное, кстати, с боссом бы не рискнул, наверное, удохаться, имея посох в наличии. Такое, мне кажется, будет себе удовольствие. Он тебя просто жопу тебе отгрызет, да и все, пока ты тут эйтер этот восстанавливаешь. Он в любом случае жопу отгрызет. Ну да. Я сражался с ним, тот еще засранец. Так, вот какая ты это. Или что, или мы тут были? Вот там этот, жопа летающая. А, слушай, походу данж. А, хуй там данж. Это этих. Гамадом. Пойдем дальше. О, блин. Куда? Нам гости. Ой-ой-ой. Ну-ка, искатель. Че, блядь. Я его видел еще. Ну, неплохо. Мне надо больше урона, короче, я вот что скажу. Это как магический миниган. Как у тебя пульки постоянно заканчиваются. И в тряпках надо об этом помнить. Вообще, что это за маг, к которому подобрались?
Если маг, если ты маг, и к тебе подошли, значит ты хуёвый маг просто. Хм. Логично. Вьяль. Где-то слева. Ну-ка, подожди, вот, это причал гомиков, походу. Подожди, посмотри. Слушай, а походу мы были неправы. Это походу да. То, что мы увидели. Ну вот тут там... точно, я тебе скажу, то, что тут гномы тусят. Да. А вот тут у них... Ага, тут у них, короче, этот, как вам... Рудник у них тут, вот. Вот, рудник. Оскверненный. Ладно, мы тогда, короче, здесь меточку сделаем. Рудник нашел? Тут и рудник, и тут и этот, как его. Тут и дом гномов. Они сразу же тут толпой роятся. Давай, назовем их... Гномы. Бля, букочки. Гномы. О, гномы. Готово. Опять тулюся. Ну, тут, короче, можно этот петушатник, в принципе, прийти, как бы, и с чувством, с толком, с расстановкой расковырять. Тут как минимум молокососов штук 5 будет, наверное, с них. Ну, в смысле, 4 хотя бы будет. Леш, Леш, я рудник нашел. Рудник или данж? Данж? Ну, пойдем, почистим его. Пойдем, почистим. Если только быстро, ну... Ну, да. Тут... А, хреновая тема, когда разные часовые пояса. Получается, это аут, где мы были, да? Да, почти. Не, это другое, это не тот, но мы рядом с ним были, мы думали, то, что тут дверги, а тут их нету нифига. То есть это данж. Бля, еще жопа летающая идет. Вот, ну давайте, иду, блядь, быстрее. Я иду. Я иду. Так, и чё? Это под домом двергов образовался данж? Да, нихера себе. Чё за разводы, блядь? Я такое первый раз вижу. Это так сгенерировалось, что ли, криво? Я у себя в прохождении только вот в таких вот данжах всегда я играл. Угу. Реально тебе? О, смотри. Сквозь эту торчит. Ты его не бьешь. Ты его не бьешь. Ты... Я, да, намеренно долбал дерево. Давай лучше я. Ага. Хуя он тебя переебал. Осторожно там. Сейчас я подниму, помогу. Я что-то вообще его не интересую. А, потому что я... Ты сюда тоже запрыгивай. О, все, ты упал. Бля, было бы фильки побольше, я бы, короче, его по-любому бы завалил с подачи. Я тут не попаду уже. Вы там где-то под текстурами. Подох? Что-то я... Короче, я тогда выхожу. Не подрассчитал немножечко. А, я тогда выхожу, давай здесь метку. Рудник, шли за шмотками, что делать? Убью сейчас. И тут какое-то странное шипение. Данги. Ок. Мне не нравится, что там наверху. Че, я тогда к королеве пошел? Как я к тебе прибегу, мы там недалеко есть. А ты голый добежишь? У тебя же тут ничего, ни светлячка, ничего нет. Ой, блядь. Вот он и... Да. Отлично.
такая бодрость, взял. Еду взял, я голый. То есть я могу быстро бежать, высоко прыгать. Ну-ка, от этого урода. Ну, его можно покошмарить, кстати. Магией. Ну, кстати, она чуть-чуть поэффективнее будет, чем этот, как его, чем балет. Тут и жуки. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, 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 я так больше не рискую. Он, сука, летает прям над этим, как его, над домом. И лупит по крыше. Я, пожалуй, подожду своего звездного часа. Пока у меня восстановится ХП. То мы сейчас тут вместе будем голыми бегать. Голые смешные. Смотрел такую передачу? Да. Очень-очень давно. А да, еще маски шоу выходили. Разве? Ну, по-моему, в то время. А, не, все, назад. Тактическое отступление. Ну, вчера ты как добрался быстро. А чё тут? Уходим. Пойдем, возьмем мне. Ёп, давай. Чё-то тут кажется, многовато, тут, по-моему, у вас ребята сверху. Уёп. Пиздец. Ну тут либо данж чистить, короче, либо жуками драться. Нас, короче, жуки атаковали с двух сторон. Они сверху, они и вот в данже. Навык улучшен, магия стихии 10. Ями. Как тебе? Забавно, как в прорубь. Голышом. Все, магия как? Да хер его знает, надо больше фиолетовой свистульки, и чтобы у меня посох не так много жрал этого всего. А непонятно. Так-то она стреляет, ну а чё? О, молочело. Почему некоторые бьются, а некоторые нет? Фиг его знает. Ну, по полу как-то они валяются. Ничего не... Дальше. О, тихо, подожди. Я через эту дверь смогу? Ну, это, скорее всего, лучше тебе. Опа. На, вот. Забава в том, что я посохом даже, наверное, ударить тебя не могу. Вот это что такое? Я кулак пока. А, кстати, дулю. На колесико что-то поднимается? На колесико? На колесико? Какой-нибудь удар. Ну, я только могу отдалять. Просто нет, ничего нет. Типа такого. Не, я могу только вот, вот так вот дулю показывать всем и все. Ну, вон, смотри, опять это на правую кнопку мыши. Че, успеем убежать-то? Вот он пока застрял, норм. Вот. Если он сейчас выберется, мне будет больнее. Ай-яй-яй-яй-яй. Тактическое отступление. О! А, ну. Ну, у нас куда два этих. А еще. Вы больше не чувствуете себя отдохнувшим? Естественно, блядь, по яйцам лыжи какой-то бегаешь. Я бы тоже устал. Рано, но... Черные ядра тут, это...
Это облутал там, да, вот эту кнопочку. Давай вот вторую. Посмотри, там вроде ничего интересного. Фигня всякая. Ну, как обычно, сиськи, письки и так далее. Надо, сосиски. Да. Деньги. Все. Да. Вот, пошли, да. И в битве с королевой вот этих вот чмошников мелких будет ходить очень много. А, с этой-то? С босса? Угу. А я не удивлен. Короче, с боссом, наверное, много чего будет ходить. Да. Еще обычные искатели будут снизу просто из дыр вылазить периодически. Это же рукомать. Но солдатов хотя бы, по крайней мере, не будет. Рукомаза. Так, теперь получается на. Дай, я попал в твою же ловушку. Не, определенно мага надо кем-то прикрывать. Тут больше нету ничего. Не танк он ни хера. Блин, было бы прикольно, наверное, если бы он бегал в этих, как его, в металлических шмотках и делал бы то же самое, что делает он в тряпках. Было бы забавно. Вон, смотри, там еще одна печать. Ну, тут у жуков я слышу. Где эти уроды? Давай потихонечку сюда спускаться. Забирай. Чему интересно, я не могу, ну, типа, разбить посохом что-нибудь. Ну, вот эту стекляшку, допустим. Где жуки? А, посох вниз не стреляет. Надо фильки до хрена. Все, нет больше ничего. Чтобы стрелять хорошо. Так, и что по итогу? У нас две только дощечки. Ну, вот этих, как их там. Фрагменты разрушителя-печатели. Эти. Вроде пиво, по-моему. Должно быть вроде три. Весь данж. У нас дома три, и мы тут, по-моему, добыли три, да? Вот у меня две с собой. Все. А может, у меня одна? Смотри. Мы же, по-моему, три добыли. Не знаю почему, но то, что есть. А вот здесь не подобрали? Нет. Нет, забрали. Или нет? То есть в каждом данже должно быть по три штуки. Там может быть по-всякому, может даже вот То есть как заполнится. Ну, тогда я не удивлен с качеством этого везения там и так далее. Да нет, мы просто, наверное, ну, что подобралось, то подобралось. Как бы тут. Их просто больше не было. Ну, да нет. Я почему-то запомнил то, что мы их три сломали вроде, не? Ну, не знаю, я вот сейчас по низу этого данжа вот молоко взял. Молоко точно не брали. Ну-ка, может в сундук как-то это все бросилось? Давай проверим. Случайно вдруг. Нет. Нет. У меня вроде нет. Ну, две, так две, чего хрен с ним, пошли. Я потому что ничего не перекладывал, это точно. Трофей-искатель, да идите вы в очко со своими трофеями. Даже каким-то макаром я умудрился подбить кролик. Что, на выход? Угу. У нас там еще жуки сверху пасут. Блин, сейчас мы их всех загасим. Блять. Вот
так в каждом данже есть дыра в полу в самом начале. Угу. Чтоб тебя подставить. Вообще, в принципе, биом, кстати, подставной сильно. Факт. Они тут уже суетятся. И раз два я тут в него попаду, да? Мак выйдет погулять? Ни хера он. Он просто ломает ландшафт. Ну слушай, нам проще попасть. Надо просто подождать. Да, я в него тупо не попадаю. Ебать. Бежим. Особенно ты, особенно ты. Угу. Кучи потрох. Придется сидеть там, пока не восстановится здоровье. Да. Давай я его уведу отсюда. Он вышел, он вышел. Он тебя не загасит? А чё, я убежал. Выходи наверх. Он вышел наружу полностью. Сейчас мы от него здесь убежим, да и все. Или убьем. Яль еще меня увидел. Короче, я убегаю. Ага. В другую сторону бежать. Да тут я смотрю, вечеринка на самом деле начинается. Ёптвое. Нихера он не ушел. Я упал. Бля, вот подстава. Бля, 3 хп, серьезно? Ебать. Я хер его знаю, что делать. Ну беги домой, короче. Я как-то попытаюсь. Ну я-то жив, да, но. Мне тут надо стоять, короче, восстанавливать хп, он мне не дает выйти, он сейчас там тусуется просто наверху и все. А чуть повыше еще и жопа летает. Жопа летает, но... Это пиздос со всех сторон. Ёлок. Он прям на входе. Рваная. Он, короче, упал в подвал и сам выбраться не может стопудово. Да, я здесь до полного хп постою и просто как-нибудь пойду и буду прорываться сквозь текстуры этого урода. Мне его в этом подвале не замочить даже. Магу пространства надо в любом случае. Магам, наверное, знаешь, что нормально? На равнинах вот лупиться. Не знаю. Возможно. Ну, вообще. В принципе, все вот эти локации, которые были, вот для мага норм. Но вряд ли туманные земли для мага нормально. Тоже потому, что жуки шустрые, и они постоянно сокращают дистанцию. И потом, по-моему, быстрее и больше можешь урона нанести, не учитывая, сколько у тебя фиолетовой шкалы. Можешь нанести больше урона жуку по морде, блядь, чем пока ты там зарядишь посох, треснешь по нему. Такое. Побаловаться попробовать можно, но походу лучше ковать, наверное, блин, какой-нибудь меч. И переодеваться обратно в железо. Фу, еле-еле убил всех. Ты там где? На выходе? Что ты там делаешь? Ну, там... Со мной, там, не знаю, 3, по-моему, искателей, штук 5 клещей. Угу. Ладно. О, вижу наш корабль. Целости сохраны. Наебали.
Ты бежал? Да. Но он пиздец на меня зло. Побежали к этой королеве. Да-да-да. Нам надо будет этот данжик перечеркнуть. Я его даже не отметил. Не, надо отметить и перечеркнуть. А то потом снова в него зайдем. Да, главное затаиться. А он, блядь, идет за мной. Надо ебать. Вот, тоже где-то рядом. Угу. Так, королева у нас получается на этом хребте как-то сюда. Но и это, блядь, еще не все. Она может с другой... Да, она с другой стороны тупо. Вот она. Да-да-да, вот здесь она. Про деформации. Короче. Надо эту экзекуцию заканчивать. Потом. Попробую я максимально посох этот качать. Там что осталось чуть-чуть. Эйтра сейчас надо поплавлю. Вне стрима. А что у нас, кстати, по этим? Есть же тут какие-то эти забавные. Свистулька, где он тут? Иминафль. Это что такое вообще? Двуручное оружие. Колюще 85, молния 40. Ну такое вообще. Это типа какое-то копье. Ну да. Панцирное копье. Вот странник тумана. Кто такой? Просекающий 75. Очень крутой меч. Сопротивление силе, урону, бонус от парирования, отбрасывания, 40, удар в спину. Но слушай, я видел, что в этих, как вон, пепельных землях там тоже будут мечи. И они тоже будут с каким-то элементальным уроном. Или, блин, ну, короче, ты понял. Mm-hmm. Может быть, странника тумана все-таки сделать? Ладно, я еще подумаю насчет этого мага. Очень хорошо подумал. Потому что, ну такое. Да, он стреляет, ну, блядь, я не знаю. У меня типа почти прокачанный посох. Сколько он там? А, только первого уровня. Ну, подниму я его еще два уровня. Это же не значит, что он там, блядь, будет выносить просто как Иисус. Что там с яичками? Здравствуйте, товарищи курицы. Ага. А где второй? Алло, где напарник? Заебись. Инса грохнул. Да, инса грохнули. У нас яйцо есть еще где-нибудь в загашнике одно? Да, да, да. Кинь туда его, в теплицу. Лучше два. Одно яйцо стопудово убьют. Нас птенца сгрызли, короче, пока мы тут гуляли. Как это происходит, я не знаю. Что-то в последнее время с курицами не везет. То у нас этот полный палисадник этих был. Двуногих мартышек. Теперь вообще, блин, одно. Один. Птенец. Там яйцо. Яйцо тепло должно быть. Да, яйцо тепло. А, семена так выкидывай. Я тут как с лукошка разбросал. Всё. Одел кокошник и бросал. Ну все, буду выходить. Да, давай, счастливо там, если что, завтра играем. Да. Ну, давай тогда на созвоне. Тоже шмотки подраскидаю, да.
будем заворачиваться. Давай, пока, пока. Да, давай, шлем. Так, 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 трофеи, да, по-моему, тут лежали-то эти, нет. Шмот? Тоже нет. Так, держу. Где же эти штучки-то? Фрагмент лежали. Где-то лежали. В инструментах, наверное, все-таки. Ну да. Получается минимум 2 данжа, наверное, каких надо будет обойти и. И типа этого должно хватить на призыв босса. Так, вот теперь у меня магии типа побольше. Выносливости, соответственно, поменьше. На 50. Пробуем прокачаться. Посох. Он как раз зеленый бегает, вот Ирок. А-а-а. У меня и хп тогда проси. А, нет, нормально. Так. Улучшение. Посох. 10 дерева, 2 морозки. Эх, морозка, морозка. 10 дерева. Главное, что кузницы, что стол этих волшебников горит. То, что вот уровень 3-4, а улучшения-то нет. Так, и, блядь, опять эйтер. Эйтера должно быть 16, дерево 20. Сколько? Трое их. Мыши подопытные сейчас будут. Так, улучшение. Все. И дело не вот здесь, дело вот в этом. Больше улучшений нет. Ладно, пойдем попробуем. Этот на крафте.
Так, ну все, максимальная прокачка мага. А где? Мой зеленые человечки исчезают всегда, когда они нужны. Они где-то тут. Нас они сюда, он между стеной свалились. Где? Вот он. Гнида зеленая. Куда? А, вот он там стоит. Я, наверное, не попал стопудово. Это мне и нужен. Ну теперь одного продукта питания, вот этого, по-моему, или вот этого скорее, 75. Его хватает, чтобы фулингу снести лицо за один залп. Короче, надо все равно выбирать. Либо ты по стамине просаживаешься. По хп, по-моему, глупо просаживаться могу. Хотя ночью пойдем в черный лес заглянем. Там у нас много этих уродов бегает. Стреляем хоть. Здрасте, остатки колбаски. Подожди, а что они тут делают? Они тут фуллинги-то забыли. Они же не могли со мной вместе телепортироваться. Что тут дичь зеленая делает это? Это черный лес, алё. О, кстати, сейчас. По идее, между ними должна быть драка. Естественно, фуллинги их вынесу. Я не врубаю. А, это тот же. Я думал, еще один прибежал. Все, он еще... Нет, он где-то тут. Он хохочет. Вот он, тоже жопа зеленая. Да. Ну, глюки бывают, что делать.
Вам бы деревяшек найти. Холодный олень. А таким макаром, кстати, быстрее посох качается. Враги легкие, но игра засчитывает то, что ты хоть кого-то убиваешь. О, 12-й левел. Можно, в принципе, тут просто стоять, жрать магию. Зарабатывать опыт, но вообще это лучше делать на спауне этих придурков лесных. Ну да, конечно. Нет, по оленям будет не попасть с этого расстояния. А с арбалета бы запросто завалил. Рубрика «Эксперименты». Я даже, бля, подальше отойду. Арбалет оленя завалит. Вот и все. Ведь хуй до копейки. Это говорит о том, что арбалет топ. Магия не очень топ. О, тролль, иди сюда. Эту гниду бы я, конечно, сейчас бы. Салям алейкум. Ай-яй-яй. Ну, да, как бы, видишь, болты-то тоже надо еще делать. Болты нормально стрелы дамажат из этого. О, холодная кабанятина. Нормально болты дамажат, которые из черного металла. Но пока ты живешь на равнинах, у тебя и этот черный металл имеет регулярный прирост. Там нет-нет, да какая-нибудь падла вцепится в ногу тебе. Холодная кабанина. Так, это луга уже. Чего это, кстати, за дымка-то такая вот? Я вечно тут проходил. Ничего вроде нет такого. Это надо еще, короче, с посохом этим по туманкам поноситься, но по факту. По факту мне сдается, что надо будет его
сливать и качать меч, потому что он уже раскачан до 40-го, к тому же у меня. Или что там? Навыки, это мечи 29 всего. Слушай, я думал больше. Магия крови. Урон, расход тейтера, расход здоровья при использовании магии крови. Так где это у них вампиризм-то был? Надо найти по-любому спаун, короче, этих уродов, да. И просто стоять, постреливать потихоньку. Подъедая холодец изыскателя и фаршированный гриб. И все. Тогда он будет быстро качаться. В принципе, любой спаун подойдет, любых врагов. Просто эти быстрее убивают. Ладно. Очень спорный вопрос с этим посохом, с этим магом. Такое. Его бы все это дело еще бы на уровень другой подкачать. Да, можно было бы что-то судить, а так пока... Посохом по воде, короче. Пока непонятно. Скорее нет, чем да. Ну, шмотки я никуда не выкидывал. Оружие тоже с собой. Я подумаю, может быть, сделаю себе меч. Чего-то там. Какой-то огненной шляпы. И странник тумана. Для этого все есть. Разрушить. А, ну это кувалда. Панцирный щит. Ну-ка, а сколько у меня панцирей? 5 А мы можем так вот сделать? И раз, два. Маг со щитом не работает. Ну, можно панцирный щит сделать. Ладно. Подумаем, как говорится. Будем на этом заканчивать. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.